Всем доброе утро! Сегодня хочу рассказать вам о погоде, о неожиданностях погоды, которые бывают в Ливане. Сейчас у нас начало сентября, и к нам пришел циклон из Египта. И сейчас я вам его покажу. Конечно, на улицу лучше не выходить, но ладно. Смотрите. Гор нет, гор не видно просто-напросто. То есть это не только туман. Это вот такая вот пыль и песок. Видите? С этим покрыто абсолютно все. Видите, балкон, деревья. У нас стоят под окнами машины на продажу. Они все белые. В таких условиях, конечно же, лучше не выходить вообще на улицу. Но если это необходимость, то, конечно же, нужно одевать какую-то марлевую повязку. Потому что дышать, вот даже сейчас я стою, дышать очень-очень тяжело. Воздух очень спертый. То есть такие неожиданности обычно приходят из Египта. Либо жара невыносимая, либо вот такие вот циклоны. Негативная его сторона в том, что он проникает и в дом. Смотрите. Видите? То есть пол, мебель. То есть это нужно протирать влажной салфеткой. Поэтому будьте готовы и к такому. Добро пожаловать в Ливан!